Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. Сегодня у нас будет обзор очередного сока. Недорогого. Нектар мультифруктовый «Бери и пей» называется. Я такого сока еще раньше ни разу не пил. Сейчас вот первый раз буду пробовать данный сок. И скажу, как он мне зашел или не зашел. И расскажу вам обязательно. Итак, видим, что он не слишком дешманский. То есть у него, по крайней мере, пробка есть. Это плюс. Фух, сейчас откроем его. И давайте наливать уже. И непосредственно переходить к дегустации. К дегустации и обзору данного сока. Так. Наливаю я себе вот столько приблизительно. Ну что ж, поехали. Вот данный сок вот так вот выглядит. Вот. Так, давайте начинать пробовать его. Довольно неплохой сок. Так, по первым впечатлениям. Он довольно-таки сладкий, не водянистый. Ну, сладкий, но в меру, то есть. В общем, сейчас. Неплохой такой сок. Так. Ага. И что я вам скажу? Данный напиток очень приятного вкуса имеет. Действительно чувствуется, что здесь все виды фруктов имеются, как и в более дорогих аналогов данного сока. Ну, естественно, добрый там сады придонья, он тоже не дешевый сок. Так, состав: яблочный сок, апельсиновый сок, пюре из яблок, пюре из бананов, ананасовый сок, сок из маракуйи, вот что были, сок из киви, дальше сок из личи, далее лимонный сок, сок из лайма, пюре из манго, пюре из гуавы, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, вода. Минимальная объемная доля из сока и пюре, внимание, это важно, 50%. Производителю его, вот написан здесь, Майкоп. Россия, Республика Адыгея. Так, ну что я скажу. Данный напиток очень вкусный и при этом недорого стоит. Данный сок стоит 55 рублей, и за свою цену он отличный. Очень хороший сок. Могу вот данный сок рекомендовать. Он, кстати, лично у нас в городе, и только я видел, продается в магазине «Светофор». Больше в других он не продается. Ни в «Пятерочках», ни в «Магнитах». Очень обидно, что он не продается. Ни в «Пятерочке», ни в «Магните», по крайней мере. То есть в «Светофоре». Все, что я вам скажу. И оценка данному соку. Еще раз. 5 из 5 баллов. Он очень вкусный, насыщенный. И при этом цена у него не слишком сильно большая. Так что отличный аналог более дорогим соком. Лично я здесь разницы между более дорогим и таким не слишком сильно заметил. Я покупал тоже мультифрукт от какого-то бренда дорогого. И вот практически идентичные вкусы. А сок этот... Сейчас, секундочку, это очень важно. Сок... Сочная долина. Не советую покупать. Очень он мне не понравился, он очень разбавлен водой. А вот этот нормальный сок. Очень хороший. Там, по-моему, в Сочной долине 35 сока. Лично я уже хорошо разбираюсь. И Сочную долину я вам ни в коем случае не рекомендую брать. Вот этот сок очень насыщенный по вкусу. Несмотря на то, что он дешевый, то есть недорогой. Ну что, если вам это видео понравилось, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и расскажите по возможности об этом видео друзьям. И важный момент, вот сейчас фронталка, я снимаю в Quad HD качестве прямо. У кого есть монитор там или смартфон с таким разрешением, обязательно смотрите на Quad HD экране. Я специально стараюсь для вас, для подписчиков. Все, всем удачи, ребятки, и всем пока.